уйди отсюда! Это мой дом! Этот дом запривачен, гнида! Ну, момент истины. Хай, ребята! С вами Супер Рим, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы создали портал из обсидиана. Ну, вернее, построили, но не создали до конца. Потому что не зажгли еще спичкой. Добыли мы там в пещере алмазы. А чтобы портал работал, надо нам как раз-таки кремень найти, который можно где-то здесь откопать. Я где-то здесь помню, что видел его. Ну, в общем, мы сейчас давайте портал зажжем и зайдем туда. Мне интересно, какой ад теперь, насколько сложно там. Только я, наверное, броню оставлю и алмазные вещи, а то жалко потерять. А вот и гравий, собственно, мы сейчас его накопаем. Так, а мне с собой нету особо вещей, чтобы поставить под себя. Опа! Ну. Ой. Короче, тут куча, собственно, гравия. Нам с первого же гравия попался кремень. Но я думаю, что стоит взять еще один кремень. Если, конечно, нам игра даст его. Похоже, не хочет дать. Давай. Давай, выпадай уже. Игра, ты издеваешься? А, вот я тупица. Я думал, мне кремень не выпадает, а у меня уже 3 кремня. Короче, пошли, наденем броню. А то я что-то без брони разошелся совсем. Давайте сначала первый раз зайдем только с железными вещами. Или вовсе каменные возьмем. Ну так, давай каменные возьмем. Потому что каменные не жалко. А мне железные жалко. Поэтому возьмем каменные, чтобы не было жалко. И, ну, вы поняли. Берем доски, чтобы сделать сундук, потому что у меня слишком много вещей с собой. И оставим самые важные вещи, самые крепкие, так сказать, вещи, самые дорогие вещи. Сколько уже можно распинаться? Здесь оставим эти вещи. Помню, как я раньше... Блин. Помню, как раньше на серверах, где PvP отключено... Мы дрались при помощи зажигалок. Ну, момент истины. Бро! Так. Ничего лишнего с собой у меня нету. Давайте телепортнемся. Давай, загружайся. Знаете что? Я так подумал, давайте текстуры на новые сменим. Потому что тут текстуры я старые установил, старые. А старые текстуры — это старый ад, а здесь ад новый, так что нужны новые текстуры. И вот все. Вижу золото. Ну-ка. Ага, самородки, да? Золотые самородки. Погоди, а раньше в Майнкрафте были золотые самородки? По-моему, были. Или нет, не были. Но железных точно не было. Так, вот тут вот эта же фигня горящая. А что за частицы летают? Это от грибов каких-то? Вот этих красных. Так, снизу лава. Туда лучше не идти. Я сказал и пошел в лаву. Блин. Идем. Главное не торопиться. Интересно, стоит тут использовать доски? Или нет? Я плохо сделал. Кстати, да, я свой скин немножко поменял. Теперь у меня скин покрасивше. По крайней мере, я так думаю. И поэтому...
И поэтому... Блин. И поэтому я сдох. Ладно, пошли. Ничего страшного, в принципе, не случилось. Я, как говорил уже, брал ненужные мне вещи. А вещи мне ненужные, они, собственно... Блин, ёлки-палки. Ты чё сделал, тварь? О, дом по-другому выглядит совсем. Ну, блин! А, вы чё творите? Уйди отсюда! Это мой дом! Этот дом запривачен, гнида! Выходи отсюда! Да выйди ты уже отсюда! Сдохни! Да сдохни ты уже! Тварь, блин. Ну, короче, что делать? Я без брони, как... Не знаю, какое сравнение тут использовать. Я без брони, как кот... Как кот-обормот. Ох, ёлки-палки! Нет! Нет, 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 нет! Ну, ёлки-палки! Чё ты сделал, а, крипер? Весь дом подорвал. Блин. Ну, крипер вообще, конечно. Это даже непростительно с моей стороны. Что за зомби-курица-зомби? Так, подожди. У меня еды совсем нет. Вот в чем дело. Майнкрафт стало сложнее намного играть в новых версиях. Особенно криперы начали взрываться намного интенсивнее, так сказать. Намного чаще. Так, боже мой. Кто это еще? На! 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 Быстрее ставь дверь. Блин. У меня даже нет, что ли? Ну, ёлки-палки, у меня даже этих нету. Как его? Дерева нету. Абсолютно. Ну, есть, но это не то дерево. Это другое дерево. А нам нужно то дерево. Такое есть только дерево. Круто. На самом деле, это лучше убрать. И лучше срубить новое дерево. Так. Я курицу не хочу убивать. Курица добрая. И ничего мне не сделает она. Там спрут опять. Решил поплавать на суше. Вот и все, в принципе. Осталось стекло. Ну, стекло у нас хоть было в запасе. И то спасибо. Хотя его не хватает. Знаете что? Я сейчас возьму броню. И всем вам покажу, как надо мочить всех. Логично. Кстати, как я уже говорил, этот верстак я только через свой труп сломаю. То есть никогда не сломаю, хотел сказать. И в бой пойдем. Еды у нас, как всегда, нету. А вот нападающих у нас, как всегда, много. Короче, у меня какие-то проблемы случились с видосом. С программой, записывающей видосы. И вот. Она отключилась, поэтому мне пришлось сдохнуть. Нифига себе. Ну я думал, мой портал разломал этот крипер дурацкий. Так, где оружие? Где мое оружие? Да ёлки-палки, не нападайте со всех сторон. Не хочу я со всеми драться. Так, где? Ну, давайте, выходите. В одному. Как ты стрельнул-то? На! Я разозлился. На! Я захожу домой. Прячусь. Все, ты в меня не попадешь, пока не подойдешь ко мне. Давай. Ага, давай заходи.
Да как ты стрельнул-то? Ты же дверь закрыл, а? О, спасибо за лук. Ням-ням-ням. Ну, не такой лук, конечно. Но это лук тоже. А это починено лук. Стрелы у нас есть, собственно, мы можем пострелять. Да что я все время это слово говорю, а? Откуда у меня вообще дерн? Алло? Откуда у меня дерн? Как я его добыл? Каким таким чудесным образом? Я обязательно должен тут все починить. Я ненавижу, когда ничего не починено. Когда все разломано. Круто. Вообще. Так, ты стой. На. Вот мой огородик. Огород мой любимый. Ну, елки-палки, я не созревшую пшеницу собрал из-за этих ресурс-паков новых. Гребаных. Так, мне сожрут с минуты на минуту. По идее. Давай, садись. Ну, не вздумай ходить, а. По моей грядке, блин, ты еще топчешь ее. Тварь. Такая безмозглая. Сейчас быстрее домой пошли. Сейчас сделаем себе еду. И покушаем. И все будет нормально. Ох, елки-палки. Это сюда. О, здорово, Эндермен. Как делишки? Там кто-то идет. Надеюсь, это пчела. Да, это пчела. К нам домой залетела. Выходи отсюда. А можно через стекло смотреть на... Да, можно, оказывается, на Эндермена смотреть-то. Через стеклышко. Факел у нас нормально. Вот угля тут надо побольше оставить дома. Кстати, насчет угля. Не знаю, при чем тут уголь, но я хотел бы сделать стекла, которые нам крипер все разломал. И, в принципе, все нормально. Ну, кроме вот этого места, мне это совсем не нравится. Обсидианом сейчас застрою свой дом, чтоб никто больше не ломал. Вот песок сюда положим. И давай... Я забыл. Короче, хотел ботиночки сделать себе железные. Это я точно хотел. А что еще, я не знаю. Вот и первое стекло. Нужно всего 2 стекла. А как еду добыть, опять это у нас большая, прибольшая проблема. Но я, кажется, знаю, как это сделать. Это будет сделано чудесным образом. Какая тут созревшая, а какая нет, фиг поймешь. Ну, вроде созревшая, она такая белая, да? Пшеница. Допустим. Нет, давай все потратим. Все потратили. А, ведро воды. Разливаемся. Как-то странно ты разливаешься. Мне так совсем не нравится. Как-то странно ты разливаешься, а? Да! Что с тобой не так? Мне это никак не нравится. Что это за лаги опять в этой игре? Что это такое? Как это объяснится? А, фу, как это объясняется? Кто мне собирается это объяснить? Кто? Да никто не объяснит. Вот так нормально. Да нет, так не нормально. Короче, что-то моя схема нифига не работает насчет
быстрого сбора пшеницы, рукой собирать легче. Вот так. Я хотел сделать по типу ручного сбора при помощи воды, но что-то нифига не получилось. Я как-то раньше делал фермы такие, только я сейчас не помню, как делать. Вот так. И здесь так надо было сделать. А вот еще семена. По идее, так будет лучше и не будет вот той фигни, которая все время происходила до этого. Надеюсь, тут увлажняться будет почва. Да-да-да. Но мы так и не сделали себе еду. И за эту серию мы сделали ровно ничего. Почти. Ну, почти ничего. Ну, в основном ничего. Добавлено. Вот так. Ням-ням-ням. А вот дверь мне не нравится, как стоит. Она должна стоять по-другому. Вот так. Да. И чё, я спалил свою зажигалку? Вот я молодец. Вот я молодец. О, отлично, так даже можно сделать. Вот я молодец, конечно. Так. То, что я хотел, я сделал. А вот это еще не сделал. Надо с собой всегда стак земли носить. На тот случай, если к тебе подойдет крипер и бомбанет тебя. Я хотел оставить здесь зажигалку и различные ценные приборы другие. Взять с собой только самое необходимое. Самое нужное. И пойти снова в ад. Топор намного мощнее, конечно, но у него перезарядка дольше. Это, я думаю, единственный у него минус. Так, зачем мне столько... А, я вспомнил, зачем. Блин, а, не закрывайся. Я хотел вокруг поставить факелы, чтобы на мой дом больше никто не нападал. А из портала никто не будет выходить? Надеюсь, что нет. Ну, ёлки-палки, вы что, совсем, что ли? Потолки еще взрываете. Ну ладно, пошли. Ням-ням-ням. О, повезло. Так. О, дерево какое-то. Это гриб, да, наверное? Я же видосик снимал по обновлению. Я что-то там говорил, но я уже ничего не помню. А это что? О, по-моему, эта фигня светится. А что-то я такое слышал, что мотыга будет быстрее собирать в этой грёбаной аду. Что-то надо быстрее собирать мотыгу, если использовать. Отличный грибочек для супа. Это биом, да, такой? Ох, ёлки-палки. А, и всё-всё-всё, я уже ухожу. Всё-всё-всё. На! На! Чё, в портал засосало, что ли? Ну ладно. О, а раньше за этой штукой надо было на самый верх залазить. А нужна ли она мне? А давайте возьмем, а? Всё по красоте сделаем вокруг дома. Ага, и сейчас я в лаву провалюсь. Так, погоди, там опять кто-то. Не? Кварц. Раньше кварц был довольно редким. Насколько я помню. Я не помню, что из него можно сделать. Я так мало в аду бывал в этой игре. Это, конечно, вообще... Но нам стоит в аду какую-то базу построить, чтобы когда телепортироваться, нас не убивали. А, это пещерка типа. Я думаю, хватит этого.
А вот так крафтится? А, ну тогда точно хватит. Сколько тут вещей? Можно скрафтить. Ну вот. Осторожно, сейчас будут эти пиглины. Но я буду их называть пигманами. Блин. А это кто такой? Ай, ты злой, нифига! Ни хрена ты хп снес! Все хп снес! Валим от тебя! О, он что, сожрал его? На! Блин! Быстрее, в портал! Пока вещи не пропали. Не-а, зомби, не убивай меня. Все. Как видите, около дома много кого не появляется. Но все равно появляются всякие скелеты, которые не могут потерпеть и дать мне телепортнуться. Вот и все. По жопе. Валим, 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 валим. На велике. А, блин, он догоняет. Да, блин. Бегу уже. Помогите. Спасите. Меня пиглин убивает. Где он? Сырая свинина. Очень вкусная. Что-то мало она дает, оказывается. Кто стрелял-то стрелами? А, вот ты стрелял, оказывается. На, все, готовченко. Быстрее собираем вещи. И валим отсюда. Что-то здесь вообще страшно. О, попробуем его замочить. Ну, давай попробуем. Все-таки надо исследовать, что тут происходит вообще. Ни хрена! Нет, 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 нет! На-на-на! Блин, ты страшный паренек! Блин! Боюсь! На! О! Нормально, завалили. А теперь бежим обратно. А вот и мой хлеб, который есть. О, я чё, алмазную кирку тут? А, нет, я уж думал, алмазную кирку я тут забыл. Думаю, чё за я тут идиот? Алмазную кирку, думаю, оставил. Ну нет, все нормально. Чё? Домой? О, доски прикольно выглядят. Давай телепортируемся. Валим! О, повезло. Так, теперь, пожалуйста, пожарьте мне, блин, свинину. Тварь, не заходи. Это мой дом. Свариться нет. Спасибо. Так, а теперь, пожалуйста, не трожьте меня. Ладно, никто не заметит все равно, что я там сделал. Так что можно сделать и так. Как я уже и говорил, делаем вот так. Светокамни. Красивые штучки. А давай их здесь поместим, что ли? Опять у меня проблемы с программой. Но надеюсь, все будет нормально. К следующему видео. Давайте сожрем свинину. Нет, мне тут нормальные надо доски поставить, а для этого надо выйти на улицу. А чтобы выйти на улицу, надо не сдохнуть. А вот и мои, кстати, вещи железные. Я их одену и бояться не буду. Иди отсюда. Иди отсюда. На, 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 на.
Так. Нет. Ну ладно, я начал рубить, значит, надо закончить. Я хотел рубить другое дерево, потому что это дерево сложно срубить. У него веток много. Ну все, вроде срубил. Теперь вот эту фигню надо ставить. Куда я хотел ее поставить? Куда? Сам не знаю куда. А, вспомнил. Нет, только не крипер. А, крипер светится, да? Прикольно. Ничего не видишь в пещере, и тут начинает светиться крипер. Очень даже прикольно, на мой взгляд. Вот так. На этом, я думаю, стоит закончить серию. Мы поснимали нормально. Минут 30 есть точно. Блин. А, в ад мы зашли, посмотрели, что там творится. Ну, что-то там новое, в общем, все. Мне, в принципе, нравится. Я бы не сказал, что там дурацко все. Прикольно там. Только что делать с этими всеми вещами? У меня большой вопрос. О! А мне вопрос, а если удобрить этот гриб, вырастет дерево? Не-а. Опять? Не, что-то слишком много таких странных курей развелось. Нифига, а чё вы с троем идёте? Вы чё, мне грядки портите? Ну все, вы сдохнете. На! Нифига, у меня топор сломался аж из-за таких боев. Берем и садим. Да, я хотел закончить серию. Спасибо всем, кто посмотрел ее. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Криперы, уходите. Хейтеры разные. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ну а всем goodbye.